Как сделать прямые волосы кудрявыми и вьющимися? Часть вторая. Привет, это барбер-видеоблог «Серфинг по волосам», меня зовут Андрей. Сегодня я вновь попробую сделать свои прямые волосы кудрявыми. Я учел ошибки прошлого раза. Теперь надеюсь, что у меня все получится. Сейчас я помою голову, подсушу волосы, потом на влажные волосы нанесу морскую соль, закручу их в такие пучки и оставлю так до завтра. А завтра вернусь на работу, и вы увидите, что получится. Начнем. Прошлое видео собрало примерно поровну лайков и дизлайков. Посмотрим, что будет в этот раз. А еще вы мне писали очень много советов в комментариях. Я всех очень благодарю, я прислушался. И сейчас я как раз попробую оставить все это накрученное на ночь и посмотреть, что же будет при таком долгом ожидании. Чтобы сделать кудри, мне понадобятся резинки и, конечно же, морская соль. Это морская соль Русак, они мне не платят, это не реклама, это единственная соль, которая у нас сейчас есть в работе. Ну, я уважаю производителей, они реально стараются сделать хороший продукт. Ну что, пора делать кудри. Русак, если все получится, с вас какой-нибудь косметоз, чтобы я его разыграл среди своих подписчиков, зрителей и клиентов. Окей? Нанес соль, теперь пора закручивать волосы. Беру прядь и начинаю крутить. Закручивать надо сильно, плотно, чтобы она закудрявилась. Дело непростое, долгое. Поэтому этот момент я ускорю. И зафиксировали. Вот такая штука получилась. Я надеюсь, что получится все сейчас. Друзья, в процессе закручивания волос мне в голову пришла идея, что мне не нужно делать кучу-кучу маленьких таких пучков. Это очень сложно и напряжно, я уже просто заколебался это делать, пока камера была выключена. Я решил разделить голову на 4 части. 1, 2, 3 и 4 затылок. И сделать просто 4 нормальных больших пучка. Один я уже сделал, сейчас сделаю остальные. Отделяю очень просто вот так расческой. Вверх и низ. И здесь тоже отчесываю. Вот сейчас здесь сделаем пучок. Ну и, конечно, соль. Второй пучок. Возьму сверху. Чешу это все. И сделаю себе топ-кнот. Потом останется только пучок на затылке. Кстати, те, кто из вас уже делал себе кудри, напишите, что я делаю не так. Мало ли, вдруг я ошибся в чем-то. Поделитесь опытом. Третий пучок сейчас на затылке. Добавлю соли. Четвертый. А круто получилось, можно так, в общем-то, и ходить. Все готово. Пучки на месте. Я еще немножко добрызгаю солью на всякий случай. Не знаю, поможет это или не поможет. Я и так, в общем-то, достаточно набрызгал. Но лучше, наверное, больше, чем меньше. Для кудрей-то. Кстати, напишите в комментариях, какой солью вы пользовались, какой фирмы.
Если честно, я даже не представляю, как я буду спать с такими пучками. Но ради эксперимента и ради тебя, бро, ради кудрях, я готов через это пройти. Смешно выглядит прическа. Я похож на молодого рэпера. Сейчас я пойду домой спать, а завтра утром приду на работу, включу камеру и прямо на камеру расплету все эти пучки и посмотрим, что получилось. А сейчас, я думаю, мне надо как-то одеться. Одеть что-то на голову. Очень странно будет по улице с такой штукой идти домой. Увидимся завтра. Доброе утро, бро. Я пришел на работу. Сейчас посмотрим, что же получилось, где же кудри. Кстати, спать вот с этим совсем было очень тяжело. Если бы не ты, бро, я бы, наверное, сам на такое не решился. Что? Проверим? Пучки на месте. Сейчас я их развяжу и посмотрим, получились ли долгожданные curly hair. По-моему, что-то получилось. Я стал кудрявый. Я стал кудрявый, прикиньте. Бро, у нас получилось. Вот это объем. У меня такого никогда не было. Оцените эффект. И это, кстати, на моих супер прямых волосах. Если у кого-то волосы хоть чуть-чуть вьются, эффект будет еще больше. В общем, все получилось. Очень объемные вьющиеся волосы за одну ночь. Все, кто давал мне совет поспать с накрученными волосами, всем спасибо. Красавчики. Не могу не похвастаться своими кудрявыми вьющимися волосами. Смотрите со всех сторон. Вау, круто. Первый раз в жизни стал кудрявым. Really curly hair. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, дизы, пишите комменты, как вам такие кудри. Ну, кудри не кудри, вьющиеся волосы. Увидимся с тобой в следующих видео, бро. Я вчера в Инстаграме пообещал, что утром будет прямая трансляция, как я расплетаю волосы. Но я так хотел их расплести, что забыл об этом и вот даже сейчас не знаю, что делать. Не обратно же заплетать.